отличный настрой на самом деле. Все хорошо, по-тихому двигаемся. Мужчина жизни. Янка, видимо, не судьба подключиться к тебе в мой эфир, поэтому ты наладь там связь, коннект и все наладится. Спину бомбанем, да, уже не хватает, кстати. Хочу уже выскочить по тренингу. Все так же. Да? Да ладно, Неске, ну не рассказывай. Нет, не Неске. Привет, привет, спасибо. Привет. Ага. В России здесь тоже плохо сегодня. Милена, привет. У нас сейчас, наверное, около 12. Приветик. Привет. Зайчик. О, какие слова. С праздником прошедшим. Ой, спасибо вам большое. И вас с праздником прошедшим. Воскрешение скоро. Нет, уже нет. Спасибо. Вот, ну хватит уже. Мала. Ну, что только можете, вы можете только людей обвинять, оскорблять. Что-нибудь хорошего, позитивчик, добро, давайте, друзья. Слезы и гордость или икра? Ну, никакой гордости и никакой икры, все по-настоящему. Евелина, привет. Конголезец. Ну, не получилось, да. Бывает, да. Не подходим друг дружке. Да, сегодня, да? Ну да, 19 числа, я помню. Крещение. Ну, у нас дожди здесь уже, получается, вторая неделя. Пошла как дожди, вот, поэтому еще, говорят, неделя будет, и потом уже вроде бы должна наладиться погода. Единственный день сегодня был солнечный, прям классный. Сегодня был хороший день, все остальные дни были какие-то вообще не очень. А? Что, Даня? Данька, что ты ходишь? Качок, что, качаешься, да? Все, качаешься? Все у нас любят и прямых эфиров, кроме меня. Ну да, расскажи. Я вышел, давно уже не выходил просто. Сегодня... Ну, бывает, да, не похоже. А с Саймоном дружите всегда на разных этих. Но он на поляне, и я на островах. Вот, поэтому как-то. Спасибо. Спасибо. Привет, Белоруссия. Слушай, должен что-нибудь. Были в отношениях, сейчас нет. Навряд ли. Ну, как бы мы с ней общаемся здесь, в периметре, ну как бы. Так, как раньше, конечно, но у меня ничего, ну, как бы, никаких обид, ничего, как бы, общаемся, как общаемся. Спасибо большое. Ну, это было уже, это в прошлом, поэтому, друзья, забываем, живем настоящим. Привет, Севастополь. Нет. По-настоящему я разве что-то говорю? Не настоящее, что все по-настоящему. Друзья, хватит придумывать себе, надумывать. 26 августа. Кто мой любимый актер? Ой, мой любимый актер это, наверное,
Сейчас скажу. Ну, у меня несколько любимых, поэтому не скажу, какой именно любимый. Скажу, наверное, что это Аль Пачино. Дастин Хоффман. Уилл Смит. Давно. Девицу чистую. Нет, я же не могу брать то, что не хочу. Поэтому как бы. Аня, да. Аня нравится. Симпатичная, милая. Рассудительная. Спасибо большое, Яна. Привет, Анастасия. Спасибо. На моего будущего. Почему ушла Настя? Ты пришел, она ушла. Ну, так вышло, друзья. Она покинула проект по собственной инициативе. Спасибо. Спасибо. Хорошо, дела отлично. Все здорово. Ну, бывает, конечно. Но все совершают какие-то ошибки. И потом расплачиваемся. В смысле гордые? Никто не гордый, просто нам не попущено. Зачем продолжать то, что мы, в принципе, не стоит. Мы все решили с ней, и мы идем дальше. Лиза, привет. Привет. Как дела? Как поживаешь? Что у тебя? Замуж не вышла там? У меня нет гривы, но я лев. Спасибо большое, Галим Мудина. Спасибо. Спасибо. Ростов, привет, Ростов большой. Новосибирск большой, привет. Привет, Вика, привет. Привет, Украина. Да, получил диплом, сколько мне лет, мне было 4 года. В один день родились? Ну, классно тоже. Да, спасибо. 1,89 м. Ну, мы общались с вами до Нового года практически. Пришел на проект, все, мы закончили наше общение. Очень не общались. Я знаю, что Роза общалась с ней, и для меня это все было удивлением и неожиданно. Я узнаю, что моя нынешняя девушка общается с моей бывшей девушкой. И как вы считаете, это нормально вообще? Я считаю, что нет. Моя любимая книга «Алхимик». Это одна из первых книг, которые я прочитал, вот честно. Спасибо, Наташа. Возможно, согласен. Какие у меня планы на остров? Какие у меня планы на остров? Мои планы те же самые. Найти девушку, которую я полюблю, которая полюбит меня. Наверное, все-таки жениться, остепениться. И все, наверное, нормальные люди, те, которые хотят счастья, вот, и любви. Кому ее не хочется?
Даже мне, хотя они все говорят, что я тут уже сбоки, грубый. Те, кто меня знает, в принципе, в этом не сомневаются. Зачем возить обухать за это? Никому не запрещал, на самом деле. Я просто единственное сделал замечание Розе, потому что я видел ее состояние и не хотел, чтобы ну, как бы, все это, знаешь, вылилось. Что-то нехорошее, неприятное. Поэтому как бы, я ей просто сказал, что может быть. Хватит пить. Все, ничего никому не запрещал, поэтому, друзья, хватит разговаривать. Это она ходила, говорила Волосову, что ей запрещают все. Пить, общаться, не общаться. Ну, в принципе, я не понял этой темы с ее стороны, поэтому, видимо, она так посчитала нужно. Как тут сериал 2017? Крепость Водолес. Друзья, в скором времени на одном из федеральных каналов выйдет сериал с моим участием, так что все смотрим. Тебе большой привет, нравится ваш парк, круто. Привет, привет. У нас погода, вот я же говорю, сегодня только наладилась, а так каждый день дожди, дожди, дожди. Там в Москве классно. Снежок, почему нет? Тоже хорошо. Я только хотел записаться. Хотел записаться ко мне на тренировку, но почему не записалась, почему тянула? А? Привет, привет, Алина, подсказывай, как жизнь твоя? Возможно, не очень идет. Спасибо. Нет, уже нет. Тебе нравится женщина уровня? Я, кстати, не задумывался по поводу знаков зодиака, честно. Но я же не подхожу к девушке, не спрашиваю у нее, какого она знака зодиака. Не просто внешне, то есть мои характеристики, как, в принципе, как я выбираю женщин. Я, естественно, внешне оцениваю сначала. Внешне нравится, мне нравится, в дальнейшем, естественно, смотрю. Мое поведение, характер и так далее. Да. Захар умный, Захар красивый. Ну, у меня связь похвалила. Привет. Ты считаешь, что я... Да, сейчас да, в отношениях. Есть такой момент. Спасибо, Чика. Маленько лежит. Общается. Даня, помаши ребятам. Ребят, привет. Спрашивают, где ребята? Голову Данька лежит. Только два. Два бойца. Там где-то на Дане фоне вот Димец. Спасибо. Есть такой момент. Зарина. Ну и все. Конечно, я вижу своего будущего именно в этой сфере, в этой профессии есть. Сниматься в кино, в таких проектах, и, в принципе, учиться. И я думаю, что свою жизнь я сегодня именно в этой деле. А ты просто самый адекватный. Ну ладно, спасибо за это. Да, Ниса, так понимаю. Ну, блин, это за связь понтовая. Загорел, да. Где кто-то загорел. Ну, где клевый парень, да.
Спасибо. Спасибо. Да. Да, есть. Вы лучше были. Привет, привет. Ваше мнение. Даня на мнение. За связь сори, потому что погода. Сейчас ветер и, видимо, Wi-Fi плохо работает. Спасибо большое. Так не лучше. Я тоже сейчас пойду. Вот. О, Сань, привет. Что, что? Тут даже... Слушай, не знаю, он был на праздниках там. Нет, мой брат... Не знаю, куда он пришел. Просто веселился, не более. О, привет, привет. Все отлично от тебя. Кубани, большой привет. А, ну, добрый день. Спасибо. Спасибо. А, привет, Новосибирск, привет. Ну, где-то по Усову гуляет. Матвеич, привет тебе. В Испании. Не, ну, наверное, в молодости, да, но в том плане, что в юности, да, в принципе, кто не мечтал стать каким-то ганста, рэпером. Вот, сейчас тоже, кстати, записываю песню с другом. Вы об этом узнаете. Все, спите в эфир. Привет. Привет. Спасибо большое, Катя. Сам. Конечно, умеешь. Я научился этому ремеслу уже. Давно, поэтому что-то да приготовлю. Да, я немножко поддостала своими истериками. Овсяную кашу. Курица. Мясо на курицу. Смотришь, уже круто. Что еще я могу работать? В принципе, много чего. Литве, привет. Вернуться. Ну, всегда хочется, я, кстати, скучаю по своей родине, по Конго. Неправда, если очень скучаю. Просто дело в том, что сейчас там очень благоприятная обстановка. И дабы не рисковать после жизни, своим близким, родственникам. Очень-очень сильно нравится. Может быть, в будущем, конечно, Казани большой привет. Вернусь. Но на данный момент, как бы, считаю, что это невозможно. Очень поддерживаю. Я очень хорошо. Спасибо большое, Диана. Очень. И я их поддерживаю. А ты вполне симпатичный. Да, спасибо. Передам. Привет. На Мингеля. Мне, кстати, да, по Мингеля постоянно говорят, что я похож на Мингеля. Я вам, друзья, скажу, что я вообще не похож на Мингеля. Вот честно. Это ваше мнение. Где я и где Мингель? Да. Спасибо. Спасибо. Да, не подкачайся, да, это надо. А я не ванел. Мясо жарю в любом случае, нужно иметь, мне кажется, это важно. Мясо, да, мясо я люблю. Найти мандезира. Как тебе пара игры? Мандезира найти можно в моих сторисах и на моих сайтах. Так. От меня. Ну, отличная пара, на самом деле. Ребята это очень близки, и они похожи по темпераменту. Им весело, им хорошо вдвоем. Поэтому я только рад за Валеру и желаю им просто счастья. Я не помню. Спасибо. Может, да. Ну, были моменты. Ничего подобного. Даня хороший парень, добрый. Поэтому вы, друзья, не так не понимаете. Да, Регистрове тоже большой привет. Почему ушла? Да, вряд ли. Потому что... Регина, привет. А, у нее Роберт. Спасибо. Привет, привет. Мы очень сильно скучали. Плохо видно, да? Блин, Даня, у тебя нормальная связь? Да, нормально. Блин, не знаю, что плохая связь. Плохо видно. Даша. Да, приезжала, я знаю. Тем более, не умею танцевать, как Мигель. Уже. Я вообще не умею танцевать. Ну, привет. Какой здоров. У меня рост. Да. Зажигаемся. Поддерживаем для себя. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы со мной.
Спасибо. Привет, Казахстан. Спасибо, Ирина. Спасибо. Тихо, не накрашенная Танюха. Ну да, где Даня, там и Танька. Это мой слайд. Ну не может оставить в покое. Данила. Я пообещала своим сестрам, что я спасибо. Спасибо. Ну, ой, хватит. Скажу по поводу Яны. Яна нестандартная личность. Ой, макияж, ребята, необычный макияж. Человек, так да, сказать, существо, как хотите. Вот она такая. Но зато она, я вам скажу, что она зажигалка. Она веселая. Я думаю, что она попала в то место, в это самое место, где ей нужно находиться. Поэтому да, Янка жжет просто, да, честно. Конечно, молодец. Привет, Киев. Потому что половина из них попала на странице. Вот такая моя. У нас решила погода. Дождь, дожди. Сегодня был единственный день. Единственный хороший день. Солнечный. Не хватит со мной целоваться. Если не себя не хочет. Ну, да, не хочет чуть позже. Да. Абсолютно верно. Нравится. Да. Вы знаете скоро. Знаете. Даня, у тебя хорошая связь, там говорят, да? Что, к ним пойти? Голубки. Линка, привет. Сейчас мне надо идти тоже в прямой свет своим. Я уже была. Привет. По поводу, я уже ответил, я уже, в принципе, все сказал. Ну, да, я очень а я не накрашена. Человек адекватный, и вижу отличную луку до солнца. Спасибо.